Сапраўдны мультканцэрт прайшоў у Магілёве. Знакаміты выканаўца песень з дыснеёўскіх стужак Валерый Панков выступіў на міжнародным фестывалі «Анімаёўка». У дуэце са сваёй жонкай Ларысай яны выканалі любімыя мелодыі разам з усёй залай кінатэатра «Чырвоная зорка». Гэта іх галасамі гучаць песні з любімых мультікаў. Ларыса і Валерый Панковы выступілі з музычнай праграмай «Панков Лава». У далёкім 91-м годзе Валерый выйграў конкурс на выкананне песень да дыснеёўскіх мультсерыалаў. Такія канцэрты даюць сіл. Мы сегодня приехалі в 5:20. Ну, вы сами у понимаете, дорога. Контроль, да, мы мало что ощущаем. Мы просто вот выкладываемся. Да. А уже, во-первых, детям сложно, что они все одеты. Мы-то раздеты, мы двигаемся. Да. Но когда мы остались на сцене, они стали кричать, что-то такое, молодцы, молодцы, я понял, что нормально. Дети одразу познавали мелодии, подпевали и навод пританцовывали. Чип и Дейл, Русалочка. Актеры профессиональные, все было так классно, красиво пели. Что тебя рассмешило, расскажи? Когда они танцевали. Смешно было? Да. Мы вещали и кричали «Ура!». Параллельно с концертами «Анімаёўка» дае магчымасць валодаць асновамі анімацыі на майстар-класах. Юныя аніматары бачаць у прафесіі вялікія перспектывы. Даже когда маленькие дети смотрят мультики, они чему-то учатся. В мультиках есть мораль. Они дают нам понимание о мире. Даже каким-то образом. Далее у программы «Анімаёўкі» конкурсные прогляды, майстер-классы по истории анимации, творческие встречи у кинотеатрах в области. Татьяна Дмитриева, Александр Тарасов, «Новини регион».